В этом году интернет-фестиваль посвящен году литературы, поэтому участники демонстрировали творческие проекты, отзывы на современные спектакли, кинофильмы и телепередачи, писали эссе, заметки, стихи и прозу. Победители определились по 8 номинациям. В списке лучших были сочинцы. Они отличились в номинациях «Культурный обозреватель», «Чтобы помнили» и «День новой книги». Образцовые работы опубликованы в ежегодном альманахе интернет-фестиваля. Такие фестивали очень полезные, потому что литература – это то, что, я считаю, нужно молодым людям для того, чтобы им вырасти полноценными людьми, а не просто потребителями какой-то случайной информации.